На территории парк-отеля «Азимут» города Каспийска состоялся республиканский форум молодежной организации «Движение первых» – практическая академия для студентов колледжей со всего Дагестана. Подобные форумы в республике проходят уже не первый раз. Как отмечает заместитель регионального председателя «Движения первых» Екатерина Абакарова, форум способствует укреплению взаимоотношений между детьми и развитию их творческих навыков. До этого у нас уже проходил другой проект «Команда первых», который позволил определить лучшие команды по 6 компетенциям, и уже они принимают участие в федеральном этапе этого проекта. Сегодня у нас стартует второй проект, направленный на работу со студентами колледжей. И главной задачей этого проекта является развитие их навыков в общении, в коммуникации, в проектировании. На форуме для ребят были подготовлены мастер-классы ораторского искусства, социального проектирования, навыков командообразования и многое другое. Уверена, что это даст им возможность больше получить навыков, знаний, опыта, помимо тех знаний, которые они получают у себя в колледже, и сумеют еще больше раскрыться и в дальнейшем реализовать себя в максимальной степени. Стоит подчеркнуть, что в форуме приняло участие порядка 200 студентов. 100 из них уже прошли первый этап, а остальным только предстоит.